Друзья мои, всем привет! Очень рада вас всех видеть на своем канале. И сегодня я хочу с вами обсудить самые полезные свойства тыквы и зачем же ее нужно есть. У меня вот сегодня есть такая прекрасная тыква, специально я вам ее показываю. Существуют совершенно разные тыквы, разные сорта. Смотрите, какие они красивые, мне кажется, действительно, она настолько яркая, настолько сочная, что вот даже стоит, да, дома, и она поднимает реально настроение, да, то есть, ну, она целиковая, не какая-то вырезанная, да, то есть, она действительно поднимает настроение. Также существуют вот такие интересные, так, я вам сейчас покажу специально. Вот такие. Это тоже такой вид тыквы. И они действительно очень полезны. И, кстати, очень хорошо влияют на мужское здоровье. Поэтому давайте сегодня разберемся, почему же так полезны тыквы. Друзья мои, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Обязательно задавайте ваши вопросы. Пишите ваше мнение в комментариях. И в следующих видео мы обсудим их. Так вот, тыквы. Это кладезь витаминов. Просто кладезь. Кстати, тыква это практически один из самых-самых древних овощей, которые появились в Америке еще даже до кукурузы описано как раз появилась тыква и что только не делали из тыквы и посуду ее и ели и даже какие-то предметы мебели из нее делали представляете то есть действительно что только с тыквами не делали тем не менее ее употребляли в пищу достаточно давно, скажем я. Вам. И в тыкве действительно очень много витаминов, витаминов да, микроэлементов, которые необходимы нашему организму. Во-первых, для того, если вы будете, давайте не будем постоянно, но регулярно употреблять тыкву в своей пище, у вас уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний. То есть там содержится в огромных количествах витамин К, который профилактирует развитие гипертензии, развитие атеросклероза и, и, соответственно, профилактика инфарктов и инсультов действительно тыква содержит еще и антиоксиданты то есть вы будете гораздо лучше выглядеть и лучше себя чувствовать то есть антиоксиданты защищают организм защищают организм от различных заболеваний да то есть придают молодость вашему организму это при регулярном потреблении тыквы дальше профилактика рака, да, профилактика злокачественных заболеваний. Так вот, в тыкве содержатся каротиноиды, которые действительно очень положительно влияют на иммунитет, очень положительно. И также в тыкве содержится витамин А. Поэтому витамин К, витамин А, каротиноиды, они действительно в совокупности защищают организм от воздействия серьезных заболеваний и даже рака. Очень хорошо влияет на зрение, да, то есть эти витамины в огромных количествах нашим глазам помогают э, все-таки профилактировать различные проблемы такие как катаракты, да, помутнение хрусталика, и те, кто в свою пищу употребляют тыкву, действительно говорят, что да, зрение становится лучше. Также это да, содержится в том числе лютеин. Еще огромный плюс тыквы – это продукт, который подходит людям, которые худеют. Тыква очень хорошо подходит для худеющих, так как содержится клетчатка и вода, представляете, и огромное количество витаминов. Также не стоит забывать про тыквенные семечки и тыквенное масло. Это действительно те продукты, которые должны на регулярной основе быть в вашем повседневном рационе. Улучшаются волосы, улучшается кожа, улучшаются ногти за счет антиоксидантов. Соответственно, процессы старения снижаются, так как есть витамин А и Е. Действительно, это очень классные эффекты, прошу прощения, которые помогают оставаться молодыми, красивыми, стройными. Также очень положительно влияет на женское здоровье. И главное на мужское здоровье. Доказано, те мужчины, которые регулярно употребляют тыкву, меньше страдают с различными проблемами, связанными с нарушениями эрекции и простатитами. То есть действительно огромный витаминный комплекс помогает быстрому лечению простатита, если он, он появляется, и улучшению потенции. То есть, опять же, как бы мы к этому не относились, ой, причем здесь тыква и потенция, то есть проводились исследования. Мужчины, которые поддерживаются правильного питания и употребляют свой рацион тыкву, а сейчас, друзья мои, из тыквы можно целое огромное количество блюд приготовить. Это и различные тыквенные супы крем-супы. Они причем даже есть в разных кафе-ресторанах. Каши из тыквы. Это может быть тыква как гарнир, да, даже в десерт ее добавляют. То есть действительно огромное количество. А мне она еще нравится из-за своего цвета. Вот прямо реально, вот она у меня стоит, и она прямо радует глаз. Посмотрите, какой классный яркий-яркий оранжевый цвет. И ты вроде смотришь, да, дождик, а тут раз, и такая красота лежит, да, то есть поднимает прям настроение. Но, то есть, мужчинам обязательно есть тыкву, хотя бы тыквенные семечки или тыквенное масло, но на регулярной основе добавлять в свой рацион. Далее, то есть кому же нельзя есть тыкву? Людям, у которых действительно есть проблемы в желудочно-кишечном тракте, и они в стадии обострения. Причем не рекомендуется есть тыкву в сыром виде. Но я думаю, большинство все-таки и не едят тыкву в сыром виде. Все-таки эта тыква больше приготовленный продукт, да, из которых я вам уже перечислила, это только из тех вот, которые я знаю. Поэтому обязательно готовим тыкву. И, соответственно, тыкву нельзя есть тем, у кого есть проблемы с камнями в желчном пузыре так как улучшается отток желчи. И чтобы не навредить вашему желудочно-кишечному тракту, все-таки будьте, друзья мои, аккуратнее. Как... Что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите мне ваше мнение. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также всех вас жду в своем инстаграме. Ссылочка под описанием к этому видео. Обязательно переходите, подписывайтесь. И мы с вами будем чаще общаться. Всех обнимаю, целую. Всем прекрасного настроения. И до новых встреч. Пока-пока.